Всем привет, вы на канале FordMag, и сегодня в этом выпуске реакции мы с вами заценим новое видео с канала C-Page под названием «Дио судит всех Джоджо и не только». И что же это будет? Переозвучка, анимация, какой-то трансформационный контент типа RYTP, я фиг знает, поэтому давайте без лишних слов поскорее посмотрим, что там такого будет, и будут ли отсылочки на Ace Attorney, потому что, ну, сами понимаете, суд, Ace Attorney, все любим Гадота, ну, да, точнее, я и моя девушка любим Гадота, в любом случае, перед началом реакции, конечно же, лайк, подписочка или переподписочка, ну, потому что, сами понимаете, черт подери, беды с башкой у Ютуба, и, конечно же, нажимайте колокольчик, комментарии вообще любые, много комментариев, вообще любых комментариев, да хоть завару допишите 1000 раз, что угодно. Ну что же, поехали. Я невиновна! Вы обвиняетесь в продолжении рода Джостеров. Личинка как Джотера. Вы посмели? Именем закона я покончу с вами раз и навсегда, отправив за решетку! О, ну-ка... Протесту... Спасибо большое, господи, спасибо за феню. Что скажешь, Джотара, в свое оправдание, ублюдок? Твою ж налево. Ты мой лучший сын, ну как ты смеешь? Это же моя прапраправнучка, и прозаткнись! Отец! Короче, всех похоронили, блин, эту могилку. Сука. Оу, май сан, силой молотка освобождаю тебя! Ух, неплохо, неплохо, GG. Спасибо, старикашка. Срок матани! Тебя самого нужно садить за 5-й сезон. Вся банда на нарах. По-моему, чёрт, ты совсем уже чёркнулся, Диос. А злодеев-то за что? Это же Тарутадори! Да за что, Дио? У нас же с тобой один Сэйю. По-моему, все, Дио совсем чокнулся. Какого хрена? Ля, какой стильный бэкграунд. Ох, тяжелый рабочий день. Только ты меня понимаешь, Рено Логан. Дио! Когда спросят, почему такое широкое очко, скажи, там был The World! Не понял шутку! Ух, что же, ребята, да, видео короткое, но... эпичненькое, реально эпичненькое, прям... Все жо-стары, ну ладно, не все параллельные вселенные мы не затрагивали, но черт подери, Дио засадил буквально всех, и потом ему немножечко очко... Да, фистинг за явно на 300 бакс. Мощно, конечно, получилось, реально, я такого не ожидал от C-Page. Я вообще заметил, в последнее время прям очень мощно работает с таким вот трансформационным контентом, то есть типа RYTP-шечек, но с такими мощными нарезочками, с такими реально классными монтажными вставками, получилось просто обалденнейше, да и озвучки у него в последнее время выходят прям... Муа! Вот серьезно, уверен, у C-Page все говорится еще впереди. Вот когда выйдет 6-я часть, я уверен, он словит, так сказать, нить хайпы и просто порвет всем очко по полной. Господи, как же это, блин, звучало. No homo, bro, no homo. В любом случае, респект, Джоджо лайк, офигенно, жду новых роликов с нетерпением. Просто с безумнейшим нетерпением. Ну а на этом, думаю, все. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте обязательно. Sorry, no homo. Рекомендуйте видео для следующих выпусков. Жмякайте на кнопку колокольчика. Ссылочки на National Alert ВК в описании. Поддержи канал Монетка и подпишись на канал Сипуджи. Короче, все, пока, я пойду. Успокоюсь и чайку попью.